тут такое, видимо, кафе. Я, честно, такого не видела никогда. Тут по всему пляжу расставили свои эти тюки с шариками, кресла. И сидят, поедают еду. И такие прикольные фонари как в виде шаров и кубов. Зеленые, красные, голубые цвета. Смотрят на море. Слушают современную говномузыку. Я недавно в интернете проводила опрос. Ну, там я среди школьников хотела, но, скорее всего, все отвечали. Значит, какую музыку слушают? Так вот, большинство слушают то же, что и в колонках молодежь на улице. То есть, я так понимаю, рэперов наших, причем даже не иностранных.